Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и пред началом этого мега-крутого видео будет розыгрыш на 1000 БС голды. И чтобы получить, вам, ребят, необходимо, первое, поставить вот такой вот синенький лайк, второе, подписаться на мой канал, и третье, написать хороший комментарий, то есть лайк, подписка, комментарий. Ребят, изи-бризи, так что участвуйте и побеждайте. Ну что же, а мы начинаем смотреть мое крутое видео, поехали! Я в шоке, ребят, я не могу поверить своим глазам. Короче, ребят, я прослушал телефон моей девушки. И послушайте то, что я услышал. Я в шоке, я в шоке. Да ну да, да, согласна. Фу, блин, это, ну, реально, эти дуэли тупо постановочные. Он реально, ну, просто он не берет меня в видосы, только, ну, как сказать, потому что это не хайп, понимаешь? Ну, короче, ну, ты поняла. И она говорит, что все мои дуэли постанова, да? Ну, ребята, прямо сейчас мы узнаем, кто из нас нуб, а кто про. Ну что же, и прямо сейчас мы узнаем, кто же из нас круче. Ну что, иди ко мне, моя девочка. Сейчас папа с тебя сделает котлету. Так, ну где же ты, ну где же... Ой-ой-ой! Так, ребята, вот это мне начинает не нравиться. Вот это было некрасиво, блин. Убили кента! Ну все, я и отомщу. Я и отомщу. Так, ты где там? Так, увидел ее. Нормально, ребят, нормально. Сейчас наваляем ей люлей. Сейчас она будет знать, кто про. Кто тут папочка? Конечно же, кента ПК папочка. 1-1, неплохо. Ребят, играем, как обычно, до 10. На карте пул. Правило самое-самое обычное. Так, с этой стороны ее нету, значит, она, скорее всего, с этой стороны. И кента ПК. Ее увидел. Так, ребята, вот это было некрасиво, потому что мы убили друг друга, но по непонятным причинам побеждает она. Блин, ребята, вот это было обидно, камон! Так, ладно, Кент, соберись, Кент. Будь мужиком! Ну, ребят, ну вы все поняли, 2-2. Неплохо, 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 и, ребята, пока что у нас побеждает дружба. Но это все равно обидно, потому что кенты пока должны выиграть сухую. Да ну! Блин, фу, фу, блин. Капец. А вдруг я по-настоящему нуб? Да не, ребят, я не нуб. Кенты пока про, ребят, все, играю во всю силу. Все, она сама напросилась. Я, ребят, не хотел, но буду играть во всю силу. И кое-кто сейчас сольется. Ой, как сольется. Ля-л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 я. Нуб против про. Ну вы поняли, кто нуб, кто про. Блин, вот это я рак, ребят, мне стыдно. Честно, мне стыдно. Ох, блин, давненько я не дуэлился. Блин, блин, блин! Перезарядка! Блин, ребят, это жесть. Ну нормально, я побеждаю, 4-3. Ребят, вот это два нуба собрались. Блин, а вот это было не смешно. Ладно, ребят, продолжаем дальше. Фух, 4-4, блин, это обидно. Да ё, какая хитрая. Стыд там со своим диглом. И такая, кен ты ПК, я тебя убью. Да кого ты там убьешь, ты себя в зеркало видела. Кента никто не убивал. О, попал по ноге, попал по ноге. Ребят, ой-ой-ой, чуть не убило меня. Вот маленький паразит. Ну где же она, где же она? Опа, 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 опа. Америка, Европа, Азия, Евразия. Что за безобразие? И, ребята, нормально, да? 4-6, капец. Ребята, вот это было явно обидно. Ну ничего, ребят, сейчас отыграемся. Я вам говорю, отыграемся, я вам прям даю слово кента. Ой, кто-то
умер, ха-ха, не фартануло, да? Фартух масле оливье, ну вы поняли, да? Ох. Где же она? Может быть, она тут, а? И я был прав. Кента пока прав. Ребят, нормально, нормально, 6-6. Ребят, кстати, не обращайте внимания на задержку, потому что я играю с телефона. То есть, по сути, я... по сути, я стримлю с телефона на компьютер. Поэтому, ребят, есть небольшая задержка. Так, 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 так. Ай-яй-яй. Девушка, вы где? А, вы тут? А-а-а! 7-6, и как обычно, ребят, побеждает про. Так и надо этой нубке. А то на словах она Лев Толстой, а на деле нубка. Ну, ребят, этим все сказано. 8-6 и побеждает, как обычно, Кента ПК. Ребят, ну, вы понимаете, да? Это из-за постановочной дуэли, как она говорит, да, типа постановы. Это из-за все. Ох, ребят, это из-за все. Это из-за семейную жизнь. Вот, блин. Блин-блинский. Ребят. Ну, вы понимаете, да? Ну, вы понимаете, кто побеждает. Ну, это же Кента ПК. Это Кента ПК. А сейчас, короче, ребят, будет полный трэш. Смотрите. Вот сейчас просто... Вот вы за это должны поставить лайк. А-а-а, блин! А-а-а, ребята! Блин! Вот это полная жесть. Это был дуэль про против нубки. И, ребята, победил про! Блин, это круто, ребят, это круто. Так что, пожалуйста, ребят, кто ждал дуэли, поставьте огромный лайк. Напишите ваше мнение в комментариях. Как вы думаете, кто нуб, кто про? Ну, рассудите нас в комментариях. Напишите вообще ваше мнение по поводу данной дуэли. Ну что же, ребят, в принципе, на этом все. С вами был ваш Кента ПК. Всем удачи и всем-всем пока. Пока-пока.